шутка. Да-да-да, сюда же. 76-й год. Да, отдыхаю в Крыму. В судаке. Через много лет попали в судак с Мещуками. Запомнился город тем, что в гостинице тараканы зажигали свет. Там такие плоские выключатели были, такие. Вот они идут оттуда, отсюда идут, такие. Когда критическая масса свет зажигает. И нам прислали сигарету через плечо свернутую. Это как раз вот 91-92 год. Мы прикуривали конец в форточку, такую кальян у нас был, метра 4 там. Однажды я и кореш мой Серега, как воец нахрюкались немного, и чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходит к морю Шиндахлай вдали, Серега взял в трусы родной земли. Но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивший совсем, секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега братцем, пиная крабов, тиская медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. А надо контры с берега глядять, и нас с Серегой блин забрать хотят. А я кричу: ну не, живу, не сдамся. Серега тоже молча не остался, а открыл их три креста и две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер сволочь дул еще хлещей. Серега сразу вспомнил это, да, не свершкей, во. Но маятник ушли под нос песнями, да разве не сравнится гадов с нами. Но тут возник сухум личный спор, что это, Дарданеллы или Босфор. Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все ночь полотенц на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык казачий торг. Вдруг пилит к нам мадама у паранже, а нам неловко, ну вроде в неглиже. Серега сразу метким вроде шел, но тут ее папаш подошел. Он нам кричал, обидно я слова, но это мы не поняли сперва. Когда на нас дошло, что смысл суров, Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволил расти, а я стоял, считал до 9. При счете 3 мужик едва вздохнул, при счете 8 ноги протянул, при счете 9 их пришел Мильтон. И мы с Серегой ломанулись его, но мы плыли, ветер был у нас в трусах. За нами как гнался 2 часа, но нас они не взяли на испуг. Здоровый телец, здоровый дух, мы дома как приятно, черт возьми, чтобы успели с серым до 8. Сначала эта песня пела до 7, потом дали послабление народу до 8, а сейчас вообще лафа. Ты же, да? Гуляй не хочу вообще.